даст всем. Я в KFC. Сейчас мы проверим, насколько быстро они готовят заказ и насколько это все вкусная или, наоборот, невкусная история. Давайте-ка закажем. Вот есть 1000 рублей. Три больших катушки фри, большую пепси с ванилью и мороженое айс дрим с карамелью. Чего? Хорошо. Ага. А это мороженое тоже? Давайте. Не нужно, не нужно. 1000. Не, не будет. А здесь. Будет там. А вы не Пока. Пока готовят заказ. Парочку слов. Ну я, в общем, первый раз в KFC. Лимонад от шефа я пробовал. Так вот, лимонад от шефа, ну, это был лимонад, конечно, не спорю, но мне не понравилось. Довольно кислая вещь была. Но это был лимонад, было вкусно, но кисло очень было. Я сейчас от шефа с мохито, вот с мохито я не пробовал, но пока не собираюсь. Вообще с ванилью или с карамелью гораздо вкуснее. Кстати, по объему больше, чем... Лимонад от шефа. Это все, конечно, на любителей. Да, хорошо, хорошо. А зачем вы снимаете? Для блога. Да. Я же смущена. Кстати, вот один из самых негативных моментов KFC, что дать заказ довольно дольше, чем конкуренты Макдональдс или Бургер Кинг. Кстати говоря, мне писали в комментариях, что курица очень классная. Наверное, так. Но моя спросить картошку, а не курица. Да. Кухня KFC. Кто не сделал заказ, проходите. Стоим уже, ждем 2 минуты. Сколько?
Можно, пожалуйста, острый шоколад в виду? Шоколадный орех большой. Хорошо. Можно нам это заказ уже отдали, а мой заказ еще нет. Ой, я с собой. Вот он был. Ну ладно. Вон, кстати, пока готовит заказ, вон. Пепси с вишней. С вишней. Я пробовал. Пепси с вишней полная фигня. А лучше кока-кола с вишней. Она лучше. Кстати говоря, лип. А вот уже заказ почти готов мой. А спасибо. Спасибо, спасибо. Сейчас пойду хавать. Диванчик, на диванчик сядем. Ну, давайте попробуем. Вкусно. Вкусно. Но дорого. Пока.